СИП – это самонесущие изолированные провода. Они обладают высоким уровнем электробезопасности, что позволяет с минимальными потерями справиться с последствиями аномальных природных явлений, которые в последнее время случаются не так уж и редко. У этого провода уже присутствует изоляция, и мы получаем защиту от схлеста проводов, от падения деревьев. И в ближайшие 20-30 лет данные участки линии не будут требовать ремонта. В течение нескольких лет Московская объединенная электросетевая компания реализует масштабные программы по замене традиционного провода на более долговечный и надежный СИП. Благодаря этому в случае чрезвычайных погодных условий можно будет избежать массового обесточивания потребителей и сократить аварийные отключения электроэнергии, произошедшие из-за повреждения сети. Как утверждают специалисты, применение СИП на 60% позволяет снизить аварийность. Замена проводов – процесс трудоемкий. Это целый большой комплекс разнообразных работ, включает в себя и расширение просек, и замена опор, изоляции, арматуры. Значит, в этом году у нас запланировано порядка 22 километров под замену. 17 уже выполнено, и, надеюсь, до конца года мы оставшиеся 5 километров доделаем. А всего где-то с 11 года, да, наверное, мы начали провод менять, уже в нашем районе более 40 километров заменили на защищенный провод. При замене старого неизолированного провода на новый марки СИП потребители временно отключаются от сети, как правило, в рабочие дни и буквально на несколько часов. При этом информацию о предстоящих работах и неудобствах, ими вызванных, предоставляют заранее, рассчитывая на понимание. Перед производством работ мы обязательно извещаем единую диспетчерскую службу района, глав сельских поселений о том, что будут производиться отключения. И пусть, пожалуйста, жители не обижаются, когда звонят и говорят: вот вы нас не предупредили. Мы обязательно всех извещаем. Большой комплекс работ энергетики Московской объединенной электросетевой компании проводят на высоковольтных питающих центрах, а их в Одинцовском районе больше 20. Для обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей возможности подключения новых увеличивается трансформаторная мощность. Перед началом зимнего максимума нагрузок специалисты МАЭС на подстанции Дарина на 85% увеличили ее мощность. Значит, подстанция Дарина была введена в эксплуатацию в 1991 году. От подстанции Дарина питается более десятка социально значимых объектов Одинцовского района. Также ряд крупных потребителей, таких как ЗАТ, Власиха, клинический госпиталь, воинские части, значит, Мособлэнерго, филиал Одинцовские электрические сети. Общая численность абонентов составляет более 12 тысяч человек. Присоединиться к электрическим сетям МАЭСК легко. Это можно сделать как в центрах обслуживания клиентов, так и с помощью интерактивных сервисов на сайте компании. Причем последний вариант позволяет избежать очередей, а значит, сэкономит время. Особенно это актуально для многодетных семей, которые спешат освоить полученные земельные участки. При подаче заявки мы приступаем к работам по электрификации данных заявителей. В настоящий момент по многодетным у нас уже подключено 137 участков. Работы ведутся в данный момент в Труфановке и на Луговой. На днях Московская объединенная электросетевая компания получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период, на который приходится максимум нагрузок в электросети. Оценивалось техническое состояние оборудования, соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Также члены комиссии подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки оперативного персонала МАЭСК. Мы всегда готовы и днем, и ночью, и в холод, и в зной прийти людям на помощь и обеспечить бесперебойное электроснабжение. Для удобства клиентов работает контактный центр «Светлая линия» ПАО «МАЭСК». По его бесплатному номеру в круглосуточном режиме можно уточнить сроки восстановления электроснабжения, а также задать другие вопросы о деятельности компании, в том числе о технологическом подключении к сетям. Кроме того, внедрен новый интерактивный сервис, бесплатный СМС и e-mail-оповещение о плановых отключениях электроэнергии. Для подписки на уведомления достаточно заполнить простую форму, которую легко найти на сайте компании «МАЭСК».